Если бы Дмитрий Соколов был депутатом, то все жили бы лучше, а депутаты хуже. Добрый вечер, господа чиновники. О, добрый день. Добрый вечер. Добрый. Поступила бумага из Москвы, согласно которой мы все чиновники обязаны сдать нормы ГТО. Вот так-то. Что означает «готов к труду и обороне». Ого. Значит, для нашей возрастной группы нормативы следующие. Отжимания 15 раз. На всех. На каждого. Значит, приседания 20 раз. Что вы на меня смотрите? Я свою двадцатку уже присел. Больше в тюрьму не сяду. Ясно. Значит, бег 100 метров. Я могу пробежать, я пробегу, да. Там на время 15 секунд. Ох ты, я думал, в течение дня. Значит, вот такие вот нормативы, вот. Да, задачка. Да. А что, собственно, мы-то думаем? Есть же министр спорта, пусть он и думает, он в этом понимает. Это что за стереотипы-то такие? Это с каких пор министр спорта должен что-то понимать в спорте? Может, взятку дать? Кому дадим-то? Все здесь. А. Да. А господин Мартынов, вот у вас же сын тоже Мартынов? Ну, я надеюсь. Ну, вот. Может быть, он за вас сдаст? Нет, может быть. Ну, что же, Мартынов по документам все сойдется, что он может быть, может быть. Конкретно ему задайте вопрос, что? Не, ну я спрошу, но он мне вряд ли ответит, ему всего еще полгодика. Не, ну я узнаю по вашей просьбе, узнаю. А может, мы освобождение сделаем, а? Справку медицинскую, как на физкультуре. Министр финансов. При чем здесь министр финансов вообще? Ну вы же по образованию фельдшер. Фельдшер вообще, фельдшер. Чего вы взяли фельдшер? Я ветеринар. Разные вещи. Подождите, ветеринар. Как-то же в соседней области этот вопрос решили. Сейчас узнаем. Алло, администрация. А Николая Ивановича можно? А, у него инфаркт. А Ивана Васильевича? А, у него инсульт. А замглавы? А, в коме? Ясно. Похоже, пытались сдавать. Может, как обычно? Давайте как обычно. Министр транспорта, берите бумагу. Берите бумагу, пишите. Пишите. Нормы ГТО сдали. Значит, отжимания 20 раз, приседания 15 раз. Что вы пишете? Почему отжимания 680? Почему приседания 720? Вы что делаете? Это нормы ГТО. Это не смета на ремонт дороги. Проверять будут. Простите, коллеги, машинально накинул. Ну. Слушайте, ладно, ладно. Ну, а что, собственно говоря, будет, если мы не сдадим? Вот смотрите, если мы сдадим, будет вот такой вот значок. Ага. Вот сюда, с номером разряда. А если мы не сдадим, будет вот такая вот нашивка с номером отряда. Можно не сдавать. Я, знаете, я свой отряд знаю. Хордовые. Я его менять не собираюсь. Я пошел сдавать. Сколько там отжиматься, давай. Да? Давай. Раз 20 надо. Ну сколько там? Сколько? Да сколько? Ни сколько еще. Я ремень не могу расстегнуть никак. Это. В три кошках же надо там это. Тихо, Москва звонит. Тяните животы, вдруг видеозвонок. Алло, чиновник Мартынов на проводе. Нет, пока не сдавали. А скажите, а можно мы через год сдадим? А, можно. Но с конфискацией. Нет, приступаем, все. Ну что, выбора нет, надо сдавать. Министр финансов, считайте. Кто помнит-то, как там? Давай, господи, вот так начинать. Добиться всего, выполняй норматив ГТО. Чтобы в жизни добиться всего, выполняй норматив ГТО. А что, считали? Считал. А что, сколько там? 2. После 2 я сознание потерял, у меня что-то перед глазами поплыло. 2. Я скажу, вы не ветеринар. Я вообще не понимаю, как скотина могла лечить скотину. Ладно, что там дальше? Кросс. Давай.